Друзья, а перед началом просмотра я попрошу вас подписаться на наш канал. После того, как стало известно о смертельной болезни Анастасии Заворотнюк, журналисты буквально не дают прохода ее близким. В свою очередь, те скрываются от пристального внимания общественности. На днях репортеры якобы обнаружили мать актрисы на Даниловском кладбище Москвы. СМИ сообщили, что мать Анастасии Заворотнюк заметили на Даниловском кладбище в столице. Предположительно, Валентина пришла на могилу к Матроне Московской. Журналисты сделали вывод, что близкие звезды комедийного сериала «Моя прекрасная няня» надеются на чудо. Напомним, что Матрона Московская является одной из самых любимых россиянами святых. Ее почитали даже жизни. Говорят, сам Иосиф Сталин приезжал просить совета. Ее могила на Даниловском кладбище пользуется бешеной популярностью, став своего рода местом паломничества. Неудивительно, что к помощи этой святой прибегла и мать Заворотнюк. Друзья, оставьте свой комментарий в поддержку нашего канала и всего вам хорошего.